Здравствуйте, я Ольга Орлова, психолог. Если вы очень сильно переживаете свои неудачи, если вы долгое время думаете о том, как вы поступили некрасиво, неправильно, обидели кого-то или, может быть, совершили какую-то ошибку, то сегодня это ваша тема – как жить без ошибок и провалов. Когда происходит что-то неприятное, как правило, это заставляет вас очень сильно сосредоточиться на этом и долго-долго переживать. Но если вы подумаете о том, что жизнь будет и завтра, и что она не закончилась, то вы сможете подумать и о том, а что вы можете сделать завтра такого, чтобы это было исправлением той ситуации, которая вас заставила страдать. Вы мне скажете, что ничего нельзя изменить, нельзя вернуться в прошлое. Возможно, невозможно изменить, но точно можно исправить. Подумайте о том, что вы завтра сделаете что-то, что заставит других людей и вас думать о вас по-новому. Что-то, что на самом деле будет означать, что вы исправили предыдущую ситуацию. Дело в том, что все, что происходит сегодня, психологически придает смысл всему тому, что было вчера. Это бывает и в хорошем, и в плохом, как в бытовом языке принято считать, смысле. Например, если вы много лет дружили с человеком и доверяли ему, а потом он совершил какое-то неблаговидное действие, ведь все, что было до этого, окрашивается совсем другими красками. И вы говорите иногда: «Так вот он какой». А теперь представьте, что человек совершал какие-то ошибки, а после этого он изменил свое поведение, свои отношения и изменился сам. Знаете, есть такая шутка, как говорят в Голливуде: вы выглядите не лучше, чем ваш последний проект. Почему бы вам не стараться делать в жизни так, чтобы ваши последние, новые, следующие проекты просто были лучше предыдущих? И тогда, несмотря на то, что вы не сможете изменить прошлое, вы сможете исправить очень многое в отношениях, в достижениях, в своих планах, в себе самом. Потому что, когда невозможно изменить, можно исправить. А исправить – это значит просто выбирать все время быть хорошим человеком. И поэтому простой совет: как только вы понимаете, что что-то получилось не так, как вы хотели, продумайте, сделайте выводы и задайте себе простой вопрос: что я могу сделать завтра, чтобы это было лучше, чем то, что есть сейчас? И будьте счастливы. Смотрите «Ольга Орлова онлайн». Спасибо.